Владивосток – город на сопках. Практически с любой точки приморской столицы открывается широкий панорамный вид. Каждый дом на виду. С таким раскладом качество фасадов – первостепенная вещь для того, чтобы территория выглядела действительно по-столичному, радовала глаз горожан и гостей города. В этом году в списке ремонта 84 многоквартирных дома. Для сравнения, в 2017 году в городе был отремонтирован всего 21 фасад, а в 2018 – 16. Почти все дома из списка расположены на центральных улицах города, однако попали в план ремонта и так называемые свечки на сопках у Амурского залива на улицах Чкалова и Чапаева. У нас в эту программу у нас по федеральным средствам попали все вот эти свечки, то есть это было предложение управляющей компании, то есть включить вот все серию этих свечек. Почему? Потому что эти фасады, они у нас самые проблемные во Владивостоке. Вот эта серия домов, они всегда у нас жалуются на промерзание, протекание и так далее, потому что, ну, не так построены, скажем так, такая серия домов, что вот они такой немножко южный вариант, который не совсем, наверное, для Владивостока был приемлем. А тут еще они стоят на сопке. Фасады в ходе ремонта очищают от пыли, краски, заделывают швы, оштукатуривают, грунтуют и красят. В некоторых домах предусмотрено устройство вентилируемых фасадов. Наблюдала, как делали, постоянно видела. В общем, мне довольны. Я, например, как со стороны, была довольно тщательно. По несколько раз мазали. Напомним, масштабный ремонт фасадов во Владивостоке проходил в рамках муниципальной программы «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» при софинансировании администрации Приморского края. Всего на эти работы предусмотрено 500 миллионов рублей. Это вообще прекрасно, что у нас сейчас проводится столько программ. Это правда. Это вообще вот уникальная возможность для города, для активных жителей во всех программах поучаствовать. И тысячу дворов, и современная комфортная городская среда, и, конечно же, фасады. Это очень важно. У дома самого, у жителей, как правило, нет на это денег. Это большие суммы. Кстати, цвета домов определены в соответствии с колористическим планом города, который разрабатывали в управлении градостроительства и архитектуры администрации Владивостока. Я бы хотел отметить, что уровень внешне выглядит достаточно качественно. Мы сегодня увидели некоторых жителей этих районов и домов, вот подходили к нам и делились своими впечатлениями о том, что у них по состоянию в доме происходит. Ну, я бы сказал, и определенная колористика выдержана достаточно, ну, приятно, что ли, выглядит. И вот мы сегодня слышали, что здесь на доме будет подсветка определенная. Ну, мы надеемся, что наш город все-таки станет более колоритным таким и более приятным. Отметим, что фасады многих домов во Владивостоке не ремонтировались десятилетиями. Мощным толчком в этом плане для города послужил саммит АТС в 2012 году. Тогда сотни зданий обрели совершенно новый вид и радуют глаз горожан до сих пор. Затем обустройством фасадов занялись и некоторые управляющие компании. А теперь в статусе дальневосточной столицы город просто обязан выглядеть ярко, свежо и нарядно. Джафар Магрупов, Ольга Зайцева, новости на восьмом.